Всем привет! Сейчас посмотрим вашу ситуацию с рунами. У меня тут коробочка. Сейчас я ее немножко потрясу, пока думаете о себе, и достану три руны. Ваше прошлое, ваше настоящее и ваше будущее. Ребята, тут, конечно, все. Смотрите, как на вашем прошлом любовь. Да, то есть ваше прошлое было наполнено любовью. Вы путешествовали в любовь, скажу вам так. Вы должны были, задача ваша стояла кармическая, именно выбирать любовь, сосредотачиваться на любви, уходить в любовь, сосредотачиваться на любви. Возможно, вы так и делали. Если делали, то все правильно. Почему я говорю «если»? Потому что на настоящее вышла вообще пустая руна. То есть ничего нет. Пустая руна. Это значит, что кто-то из вас в прошлом, да, действительно пошел в любовь, развивался в любви, выбрал любовь, а кто-то нет, да, потому что вот на настоящее вышла просто пустая руна. Я, наверное, сейчас возьму еще рунический оракул, все-таки, ну, попробую, да, спросить про ваше настоящее. А что касается прошлого, то вас ожидает сбор урожая. Вот как удивительно, да, у нас наступает пора сбора урожая. И вышла руна Ера. Но вот вы знаете, ведь это то, что вы сеяли, то вы и будете пожинать. Понимаете? То есть получается в прошлом любовь, в настоящем пустая руна, вообще неизвестность. А в будущем сбор урожая. Но что это за урожай, ребята? Кто посеял, что посеяли, то и будете пожинать. Это, конечно, да. Может быть, очень разная история. А вообще у вас в, ну, по этой руне это руна награды. Да? То есть вас ждет награда, но опять какая это награда? Победа. Какая победа? Может быть, первая победа. Воплощение того, что вы делали. И это руна зрелости. Это когда плоды созревают. Если добрые дела, то добрые плоды. Это руна вообще закона кармического, кармы. Поэтому вас, конечно, впереди ждет что-то многозначительное. В прошлом любовная любовь была. А вот что в настоящем? Давайте еще вот этим оракулом посмотрим. Подумайте сейчас о себе, что у вас в настоящем. Все-таки нужно разобраться, что у вас в настоящем. Угу. Сила. А вы входите в свою силу. Возможно, вы сейчас страдаете. Потому что так бывает, знаете, когда сила пробивается, человек иногда испытывает муки. Муки совести, физические муки. Какие-то болезни тоже могут даваться, чтобы потом стать сильнее. Это руна решимости, отважности и благоприятной возможности. Поэтому пользуйтесь сейчас всеми возможностями, которые предоставляются, положительными.